Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим вьетнамский суп фо бо. Суп готовится очень просто, а если еще в сезон овощей, то получается очень бюджетный. Самый длительный процесс – это приготовление бульона. Все ингредиенты для супа, которые нам понадобятся, я укажу внизу в описании под видео. И сначала мы с вами займемся бульоном. Итак, беру говяжью косточку, можно брать говяжьи кости, и заливаем все это холодной водой. У меня ушло 3 литра холодной воды. Далее ставим все это на плиту на медленный огонь. И займемся с вами приправами и овощами. Раскаливаем сковороду, кладем на нее лук пополам, имбирь, также режем вот на такие небольшие части. Также понадобится нам палочка корицы, бадьян несколько штук. И я еще взяла кориандр и черный перец. Необходимо все это хорошенько прокалить, прожарить для того, чтобы специи нам отдали свой аромат, а овощи были до такого состояния прожарены. Как только специи у вас готовы, перекладываем все это в бульон, выкладываем, закрываем крышкой и варим бульон на медленном огне примерно 3-3,5 часа. И обязательно снимайте пенку. За 1 час до готовности я вынула все овощи и специи. Далее берем говядину, у меня здесь 2 кусочка, примерно 400 грамм, и выкладываем в бульон. Варим дальше до готовности нашего мяса. Также нам понадобится еще лапша для фо-бо. Варите ее так, как у вас указано на упаковке. У меня это я заливаю теплой водой, далее варю ее до готовности. В конце в бульон наш необходимо добавить рыбный соус. У меня это 5 столовых ложек. Дальше надо его посолить и добавить сахар. Бульон не выключайте, он у вас постоянно должен быть горячим, то есть на медленном огне вариться. Займемся с вами зеленью, так как зелень придает этому супу свежий и оригинальный вкус. Режем лук, белую часть отдельно, зеленую часть отдельно. Режем вот так вот наискосок. Далее понадобится свежий имбирь, режем его также соломкой. Далее острый перец чили. Далее берем лайм. Для одной порции нам с вами понадобится примерно четвертинка лайма. И беру зелень. Я использую кинзу, мяту и петрушку. Также в оригинале вы можете добавить еще и базилик. Далее берем отварное мясо и также мелко его нарезаем. Ну а далее приступаем к сборке нашего супа. Итак, на дно тарелки выкладываем отваренную лапшу для фо-бо. Также после лапши, если у вас есть бобовые ростки, то можно их положить. Далее берем мясо, примерно 5-6 штучек по желанию. После мяса выкладываем лук, белую часть, потом зеленую. Острый перец чили, имбирь и веточки зелени. Это мята, кинза, петрушка. Можете положить базилик. Ну а далее заливаем все это горячим насыщенным бульоном. Обязательно сверху положите кусочек лайма. Итак, суп фо-бо у нас с вами готов. Очень получается у него экзотический вкус. Если вы его никогда не пробовали, обязательно попробуйте. Я думаю, у вас все получится. Друзья, всем спасибо, что посмотрели мое видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать моих новинок. И всем до скорых встреч!